основные значения фразового глагола look. Некоторые английские глаголы в сочетании с предлогами или наречиями меняют свое значение. Такие глаголы называются фразовыми. Например, глагол look. Его основное значение – смотреть. Давайте рассмотрим, как меняется его значение в сочетании с предлогами. Look at – посмотреть, взглянуть на кого-либо или что-либо. В данном случае в сочетании с предлогом at значение глагола look не меняется. Look at the sky. Can you see the stars? Посмотри на небо. Ты видишь звезды? Look at that picture. Посмотрите на эту картину. Look back. Сочетание глагола look с предлогом back означает оглянуться, вспомнить, не только в буквальном смысле, но и в переносном. When I look back into the past, I remember my old friend. Когда оглядываюсь назад в прошлое, я вспоминаю своего друга. He looked back and saw a small boy. Он оглянулся и увидел маленького мальчика. Look for – искать, подыскивать. I look for a bigger house to rent. Я подыскиваю дом побольше, чтобы снять. He is looking for his glasses. Он ищет свои очки. Look after выражает заботу о ком-то. Присматривать, ухаживать. Please look after my child while I go to the shop. Пожалуйста, присмотрите за моим ребенком, пока я схожу в магазин. When I was ill, my mother looked after me. Когда я болел, моя мама ухаживала за мной. Look ahead предвидеть, смотреть вперед, в будущее. Looking ahead, I see you as a student. Заглядывая вперед, я вижу тебя студентом. Look forward to. С нетерпением ожидать, предвкушать. Обратите внимание, что после look forward to употребляется инговая форма глагола. I'm looking forward to meeting you in London. Я буду с нетерпением ждать нашей встречи в Лондоне. I'm looking forward to Saturday to wear my new dress to the party. Я с нетерпением ожидаю субботы, чтобы надеть новое платье на вечеринку. Look through – проглядывать, просматривать. At breakfast my father usually looks through a fresh newspaper. За завтраком папа обычно просматривает свежую газету. Look up – отыскивать информацию. В словаре – справочники. If you don't know some words, look them up in the dictionary. Если вы не знаете каких-то слов, посмотрите их в словаре. Подписывайтесь на наш видеоканал и заходите на наш сайт englishsecrets.ru. Мы откроем вам еще много секретов английского языка. Учитесь вместе с нами!